Приветствую, бойцы. Как у вас дела? Как настроение? Завтра попробую сделать сборочку Скорпиона, Атомайзерах и Кварки. Но, учитывая, что наша игра лагает, возможно, буду часто промазывать. Эффективность будет этого вооружения маленькая. Как ни странно, самая лучшая сборка на Скорпиона и вообще на всех роботах — это Спарки, Скоржики и Кламити. Потому что, повторюсь, игра лагает. Когда разработчики починят, если вообще починят, то, соответственно, будет играться и на других видах вооружения очень хорошо. Но так, на дробовиках тоже очень хорошо. Приды ко врагу прискакал. Если враг минимально лагает, то урон вас зайдет хорошо. Если враг сильно лагает, вы будете стрелять, а враг уже в другом месте, и урона вы не нанесете, как ни странно. Так, теперь давайте откроем черный рынок за тыщенку. Возможно, чем стоящее выпадет, но я хочу голду. Отдается мне огнемет, ну отлично. По новостям, официально ВКонтакте нам вещает, что давайте пожить дружно, пишите ваши комментарии, мы передадим их разработчикам. Но не все, а комментарии культурные и адекватные. Также, насколько я знаю, Warobots, понятно, фановская. Warobots официально ВКонтакте там никаким образом с пиксониками не связано, там просто люди из клана Ру рулят здесь. И поэтому негативы, пожалуйста, не выливайте им, они тут вообще ни при чем. Если хотите, чтобы пиксоников именно поругать, пишите в саппорт, пишите на e-mail им. Здесь срать не надо, Warobots.ru срать не надо, Warobots Plus срать не надо. Разработчиков здесь нет, можете в Discord насрать. Разработчики срут на вас, вы, соответственно, срите на них, если вы хотите. Также появилась информация от моего зрителя, то, что планируется супер новый, супер крутой робот, который будет отменять способность. То есть Равана уходит в астрал, нажал способность на этом роботе, и Равану из астрала достал. Также в Джун приземляется и Скорпион. Потом уточнилась информация, то, что это концепт робота, робот не разрабатывается, и вообще концептов таких 10. Соответственно, разработчики проведут аналитику и, возможно, потом одного или двух и трех, там, не знаю, там, по их пожеланию начнут уже воплощать, то есть начнут программировать код. А так пока это просто теоретическая часть. Это один из 10 возможных роботов, так что пока отставить панику. Дальше по новостям. Коротко о балансе в игре. Играя примерно месяц, мой ангар и ангар противников меня выносят с двух плюх. Как новичкам играть? Новичкам играть. Так, и я тут поставил лайкосик. Слоган пиксов, знаешь, плати или соси. Абсолютно верно. И смешно, и грустно одновременно. Так, витамин Йо. Витамин Йо обычно комментарии такие токсичные оставляет. Поэтому, скорее всего, Warobots.ru его и забанило. Я его посты посмотрел, пробежался. Ну, парень такой негативный, блин. У меня ему до него еще расти и расти в этом плане. Так, и он пишет, что либо он всех выносит за 5 минут, либо его сливают за 5 минут. Ну вот реалии игры Warobots. Баланс нулевой, баланса нет. Также от LD Player интересная картинка, играть на LD Player, играть на телефоне. Но я бы так не сказал. Допустим, когда я играл в Brawl Stars, вообще пиракую же Brawl Stars. Конечно, со временем можно поднаучиться играть на эмуляторе в Brawl Stars, но там на телефоне гораздо удобнее. Повторюсь, Warobots прицелен не по горизонтали, никаких плюсов, никаких преимуществ у тебя на эмуляторе нет. Только проблемы, потому что ты не можешь перемещаться в том направлении, в котором ты хочешь, ты можешь только под острыми этими углами. И не можешь перемещаться медленно, то есть только с максимальной скоростью. Ну и еще там проблема эмулятора, то, что игра у нас не оптимизирована под эмуляторы. Наша игра и по телефону, если честно, не оптимизирована. Так, дальше, не забывайте, пишите там, нажимайте на хэштеги X-Choice. Неважно, какую цель преследуют разработчики, популяризировать игру, повысить онлайн, вообще по барабану. Мы преследуем свои цели, озолотиться, товариться, ресурсы, роботы и так далее. И есть реальная возможность все это дело получить. Разработчики у всех ютуберов, которые каким-либо образом сотрудничают с пиксониками, проводят розыгрыши. Напоминаю, у нас ютуберы есть официальные, которые представляют компанию на всяких официальных мероприятиях. Там Гликма, там Джон Доллар расписывались, там фоткались. Это официальные ютуберы. Есть просто ютуберы, которые нравятся, вот, допустим, ютуберы, которые нравятся пиксоникам. Неважно, по каким образом. Хорошо комментируют. Некоторые просто молча делают все.
Здесь причем не полный список. Молча делают, но как-то исторически сложилось, что пиксельники их поддерживают. Ну просто заткнулись и делают контент. И в принципе разработчиков это устраивает. То есть ютуберы, которые устраивают компанию Pixonic, им дают много ресурсов. Ну, Гликман в том числе тоже. Есть ютуберы по программе, которая недавно появилась. К ним отношусь я. Мы раздаем по 5 овердрайв юнитов. Мало, конечно, но хоть что-то. Тоже люди вот получат, я уже розыгрыш провел, 5 овердрайвов получат. У меня нет овердрайва, ну, вы получите, отлично, я за вас рад. Овердрайва, я считаю, должен быть так. 2 овердрайва и 1 last stand. Один овердрайв, я думаю, все-таки шляпа, мне кажется. На этом все, полетели в бой. Так, полетели в бой, тут что-то у нас один игрок уснул. Сборка бесящая, вполне интересная, но не актуальна. Раньше на этой сборке можно было неплохо чудить. Так, и по ютуберам я не закончил. Ох ты, десантура у нас. День ВДВ у нас уже прошел, так что давай. Жди уже следующего года. Ну, типа так, пытался пошутить. Ой, тут пошутишь, конечно, блин. И все прыгают. Вот вы полюбили прыгать. А что вы ремонт не используете? Что вы астрал не используете? Вы, скорее всего, все новички. Помните, раньше был газ новичок актуален. Можно было шутить, что газ новичок, а сейчас уже тоже не... Ой, кто здесь? А ты откуда взялся? Десантура тоже? Десантура, по-любому. Так, Мансим влево, вправо. Сплэш, по-моему, починили, но иногда он не работает, потому что не сплэша нет, а потому что игра лагает. Я вот так для себя определил, потому что сплэш, реально он работает. Так что писать не надо, что сплэш не работает. Игра лагает, это да. Из этих лагов, кажется, может сложиться впечатление, что не работает сплэш. Это ложное впечатление. Итак, ютуберы есть у нас официальные, ютуберы, которые нравятся пиксоникам, ютуберы, которые по программе, к которым я отношусь. И опа-на! Так. И никто не запрещает вам становиться ютубером по программе. Причем, как я понял, ругаешь ты пиксоников, не ругаешь, вот я их ругаю, ну как ругаю, я называю это справедливой, адекватной критикой. Потому что я ничего не выдумываю, не привираю. И есть проблемы, я озвучиваю. Меня это бесит, ну, я начинаю злиться, извините меня. Я все-таки как бы живой человек. Ну, у каждого там свое, понятное дело, каким образом надо критиковать. Пиксоники, если честно, не приемлют жесткой критики. Так что имейте это в виду. Хотите быть любимчиком пиксоников? Заткнитесь и говорите, что максимум игра плохая, там... Ой, игра плохая, нет. Игра лагает, там, как-то так. Все, на этом точка. Больше критики не приемлет. Но это вопрос ресурсов. Хотите, соответственно, получать много ресурсов, быть любимчиком, ну, максимум игра лагает, говорите. Че, серьезно? Ой, ты где, братюня? Вот он ты. Нет? Да? Да, это он. Пилот, ты че не переименовался? Здравствуйте. А чё вы дробашек не поставили на легкий слодик хотя бы, а? Фу ты, блин, давайте закончу наконец мысль. И никакому ютуберу не запрещено в программе участвовать. Так что заполняете там вот форму, и потом вас там будут там ресурсы давать, ну немного, чуть-чуть там. Мне вот дают 3000 голды в месяц. Много ли это? Мало? Ну это по меркам воробоста вообще-то копейки. Ни что-то на эти ресурсы-то и не купишь. Но хотя бы что-то. Москва не сразу строилась, или можно там другие поговорки вспомнить. В общем, дают 3000 голды и хорошо. Не давали бы, было бы плохо. Есть на что потратить всегда. Можно на пилотов потратить и так далее. В общем, голду есть всегда куда пристроить. Заполняйте эту форму на warrobots.com, которая. И все. И надейтесь на успех. И в Discord канал он потом пустит, будет там общаться с другими ютуберами. Общение там на английском языке. Я там ни хрена ничего не понимаю. Но с помощью Google Translate, конечно, он очень сильно помогает. Да японский квадрокоптер. Че мы такие квадрокоптеры, а? Ну смотрю, нормальные роботы в большинстве своем. Отвали ты от меня. Арес, у тебя щит есть 8 секунд. Ластенг есть.
Он стоит не сильно прокачан. Ну а чё ты на центр не пошел? А раз. Тут кит вышел. Понятно. Лоханулись в очередной раз. Постараюсь тогда, возможно, Ауджунчика для захвата маяка использовать. Или рванину. Резко нужно на маяк. Резко, резко, резко. Два маяка нам нужно. Два маяка нам нужно. Не один. Не ноль. Понятно, наш окочурился, игра лагает. Это тут стал всех лечит. Катка слита. Гонка за маяками как-никак. Давайте чередовать. Одна гонка, один против всех. Потом еще раз одна гонка. А, потом быстрый бой давайте поиграем. Имеет смысл играть? Ну давайте еще поиграем. Игра у нас командная, поэтому ничему удивляться не стоит. Я сегодня пришел суток. Суток. И посмотрел еще немножко начало стрима у Гликмана. Там на Full Top Ангаре, на платформе Steam. Вообще он ничего не смог поделать. Ну, онлайн игра, командная игра, все дела, так что имейте это в виду. Так, режим против всех начинается. Да, и без страха давайте. Без страха, к сожалению, берем Скорпиона. Так, тут халявный килл сзади. Без ластена, все нормально. Все как всегда. Трах тебе дох. Щит лопнул. И ближе 75 метров подходить нельзя. Ну-ну-ну. Отлично, килл мой. Так, пушка пустая. Караванин телепортируюсь. И быстренько трах тебе дох. Ну, трах тебе дох сделал не я, а Фантомас. Ага. На Фантомаса лучше все... Да, в принципе, на любого робота лучше ставить сейчас оружие с захватом цели. Чтобы было все по красоте, чтобы вы не промазывали, ставите и кайфуете. Так, давайте так. Заодно пушки подзарядим. Давай, давай, давай. Молодец. Отлично, килл наш. Так, к этому телепортируемся, негодяю. Он, естественно, лагает. И еще этого забрали, в прыжке подбили. Да. Нет бы разработчикам лаги починить, да? Не хотите ничего не починить-то лаги, да? А почему у вас арена не лагает и стычка? Может, у вас зависит как-то от роботов. Если роботы, соответственно, там стандартные, которые вы прописали, то не лагает. Я хрен, это уже за разработчиков додумаешь, в чем проблема. Взяли бы и написали. Мы не починим никогда. Там... Нет, этого не пишут. И не чинят, главное, лаги. И не пишут, почему лаги там. Или сказали, мы забили там. Мы не хотим там. Нас так все устраивает. Написали, мне вот интересно, почему стычка и арена не лагает. Почему это все лагает. Это зависит от робота, собрал человек или... А где тени, кстати говоря? Тени исчезают в полдень. Понятно, тени... чтобы тени появились, нужно почистить кэш, кто не знает. На телефоне и на эмуляторе, неважно. На Самсунге... Вчера я играл на Samsung S9. Я просто охренел, как она лагает игра. Не, возможно, даже не серверные лаги, а чисто не вывоз с технической точки зрения. Сейчас мы еще этого заберем. Чудо-юдо. Так. Побежал с сопротивлением урона. Овердрайв у него заработал. Если у него родной пилот, то он будет бегать долго. По идее, мне нужно как бы подождать, пока у него закончится способность. Давайте. Телепортируемся. Сейчас у меня тоже будет сопротивлялочка урону работать. И еще с хвоста буду немножко жарить его. Так, отлично. На ускорении побежали. Куда? Наверное, сюда. И то, что мне не нравится против всех, в конце боя становится очень скучно. Немножко получил я от атомайзера и двух кварков. И хпшка так довольно сильно у меня слилась. Обратили внимание? Давайте будем брать неаккуратно, потому что мне становится уже неинтересно. Напоминаю, я играю по фану, там не на победу. Мне главное получить приятные впечатления, эмоции, порадоваться, все дела. Так, фантом, скорее всего, телепортнется обратно, но... Уснул, братюня. Сейчас, если начнутся титаны... Тогда я скажу точно, до свидания. Мы полетим в быстрый бой. Отлично. Ты на титанах играешь? Ноги у меня сломали. Кто-то там? У него работает сопротивление урона всегда. А, ты фантом, блин. Нажался на свою способность.
Так. Ну давай, 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 посмотрим. Ты бежишь через центр, да? Братюня, ты немножко тут попутал. Так не надо бегать через... Опа-на, он ко мне не хочет подбегать. За расстоянием следи. Так, все, не следи. А, он подождал КДшки способности. Ну, красавчик, так. И зачем ты телепортнулся обратно? У тебя не работает сопротивление урона сейчас. Кто-нибудь, напишите парню, как работает фантом. Ну, давай. У меня сейчас работает сопротивление урона, сейчас уже не работает. Все, понятно, полетели, следующий бой. Итак, полетели в быстрый бой, не знаю, какой режим появится. Ё-моё, загрузило меня в смертельную битву. Я в нее не играл уже полгода, наверное. Как здесь играть, я вообще не знаю. Но, по-моему, насколько я знаю, в смертельной битве Скорпион вообще раскрывается на не то что 100%, на 1100%. Потому что все стоят спокойненько, настреливают. Возможно, будет гидристов много. Гидристов, конечно, я буду бояться, наверное. Ой, летают хаверочки. Угу. Подбегаем поближе с помощью астрала, наверное, чтобы не получать лишние повреждения. Механика у меня ни на одном скорпионе нету. И нету у меня родного пилота, который ремонтирует. Не-не-не-не-не. Вы поняли, да? Скорпион урон не держит, поэтому даже 50% сопротивления урона может вам показаться что-то нормальное. Нет, нет, не доверяйте этой цифре, проверено. У нас пушки стреляют очень сильно в нашей игре, чудовищный дамаг, поэтому даже я не отказываюсь от своих слов, что считаю, что все пушки нужно нерфить в два раза уроном минимум причем. Так, туда не могу. Наташа по мне стреляет, стреляет, стреляет. Зачем ты во мне стреляешь? Ася, так. Ну давай, Наташа. Что ты мне раздражаешь, мне? Я сзади тебя, если что. Опа-на! Фантом пой, блин. Скорпион подлый робот, а как ты думал? Так, уже у вражеских ворот, но думаю, здесь мне точно рады не будет. Немножко я отступлю. Ни хрена себе. Норики, что ли? Да. Весело живем. Так. Давайте телепортироваться наверх. Опять Наташка какая-то. Наташка, ну ничего личного, блин. Просто мне некого стрелять. Ты ближе всех. Если ты играешь на устаревших роботах... Вот, видите, лаги. Дикие, дичайшие лаги. Если играешь на устаревших роботах, ну, наверное, тебе нужно... Тебе нужно играть очень аккуратно, я так полагаю, да? Нет? Не лезь, называется. Ё-моё, накидывают, накидывают. Но дробовики сейчас не те. Разбросом, конечно, не нерфили, но количество выстрелов там понерфено конкретно. Так, давай-ка, хоп. Вот, вот и выстрелы мои пошли куда? В молоко, в пустоту. Были бы спарки два скоржика, да ё-моё. Телепортируемся обратно. Спарка два скоржика, я барабан убил бы всегда бы. Захват бы не сбросился, даже с учетом лагов. Так что я не знаю... Современных, да отвали ты от меня, что тебе надо-то? Ты плохо стреляешь издалека, поверь мне, братюня. В современных реалиях лучше всего спарки, скоржики, кламити просто на всех роботов подряд. Точно вам говорю, не прогадаете. Но. Ну убью тебя, нет, не смог. Не смог, потому что мне пушки проклял Блиц. Так, и мы что-то не сильно как-то вывозим, да? Бой происходит на равных 7 на 7, ё-моё. С нориков Рабит убил киберсоника с помощью нориков. Вы это видели? Так, телепортируемся. А Ауджун думает, что он в безопасности. Соловей думает, что он в безопасности. До Ластена доведу. Возвращаемся обратно. Ага. А вот Джун слегонца офигел, да? Офигел? Что-то не стреляет он. А, у меня пушка пустая. Так. Да, Джун решил, надо валить назад. Ну давай, давай. Так, немножко я наступаю. Чуть-чуть. Блиц. Блиц на ноликах. Интересно, он тащит, нет? Я вот хочу его забрать. Не получится, скорее всего, да? Ну, точку ставим. Сейчас мы Леонтьева немножко поколпаем.
Ну, как ты хотел. И немножко блиц. Блиц, извини. А, понятно. Не-не-не, все, возвращаемся, лучше вернусь. Лучше не буду терять робота. Так. Ты у нас личонок, да, я атакую. И, по-моему, неправильно делаю. Угу. Угу. Вы убьете его, нет? Кто там? Кто там на горе? Ох ты, блин, он взлетел. К сожалению. Могу по тебе пострелять. Возвращаемся. Я уже здесь, если что. А вот Джунчик. Задолбали. Я вот прессингую, атакую. Ну, по-моему, наша команда меня в этом не поддержит. В этом начинании моем. Да, да, да. Стало все сзади. Я один лезу вперед. И, соответственно, кто лезет вперед, тот и получает. Это вполне логично. Ну, давайте продолжим жесткий прессинг, но уже на Раване. Равана более живучая животное. Вы будете атаковать? Нет? Я опять один? Я опять один. Там дохренища врагов. Просто дохрена. И они еще умудряются умирать. Стоят все сзади и еще и умирают. Так, а вот Джумчик получил просто люля-кебаб. Так, Инк прыгает с задержкой в развитии. Уходим в астрал. Угу. По-моему, пора валить. Тут мне не рады. О, уже минги пошли. Так, ладно. Постараюсь продолжить жесткий прессинг. Угу. Серьезно? Что ты не взлетаешь? Взлетай, взлетай, взлетай. До ластика тебя доведу. Отлично, догорел Бартюнин до ластика. Ну а как ты хотел? Не в сказку попал. Это игра в Robots. Самая дисбалансная игра в мире. По версии Киберсоник. По версии канала Киберсоник. Минк хорошо горит. Хорошо, отлично горит. Немножко не хватает ему платины, чтобы прокачаться. Я прав. Поверь, братюня, я тоже не прокачиваю титана. Хотя у меня 1600 платины. Я ее коплю. И тебе рекомендую купить, а прокачиваться во время скидки. Два раза была скидка уже за историю игры War Robots. Надеюсь, будет и дальше, и третий. Так, Rabbit, не знаю, по-моему, что-то меня Rabbit бесит. Но больше всего мне бесит медик. Опасное животное. И ты опасное животное. И Равана, ой, ну тоже Равана опасная. Равану тоже надо бить. Блин, как ты задолбал меня. Ясно, ты эффективно отыграл, нет? И догорел, отлично. Сбрасываем обойму. По-моему, на Раване у меня получается лучше играть, чем даже на Скорпиончике. Но Скорпиончике, повторюсь, я атаковал. Агрессивно атаковал, моя команда меня не поддерживала. Что вполне логично. Да тихо, 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 тихо. Вообще меня разобрали по запчастям. Я вот Джун завис или не загрузился, не знаю. 18-18 мы не лидируем и вполне можем даже еще и проиграть. Если я умру или кто-то из моей команды, будет 19-18. Но я сейчас постараюсь сделать запас по киллам. Вот кит, почему бы его не забрать? Он спрятался? А он спрятался, блин. Попадаю я? Нет. А вот по тебе. По тебе я неплохо так накидываю. И возвращаемся. Ни хрена ты горишь. Так, 19-19 сейчас будет. Прячемся, прячемся. У меня кдшечка, небольшая кдшечка. Кофе брейк. Вот, кстати, нагибаторы. Так, арест там какой-то. А вот Джун проснулся и завис. По-моему, он баловался с интернетом, да? Говорят, баловался с интернетом, включаешь, выключаешь. И у тебя Ауджун превращается, становится с бесконечным инвизом. Так, 20-20. Вот он ходит. Ходок. Так, отступ. Ах, опять я делаю как всегда. И Астрал, и Ластен. Твою ты медь! Одна минута, чтобы исправить положение. Я по факту
подставил свою команду и потратил, сейчас еще нервничаю, кучу прыжков потратил впустую. Джун, вот ты по-любому козел, прям вот чувствую, что ты козел. Вот что-то мне не верится, чтоб ты взял и честно забаговался. Не верю. Не верю. 23. Помощь будет. Мне нужна помощь зала. Просто шляпа. Продули мы. Продули. Давайте посмотрим итоговую табличку. Да. Смертельная битва для Скорпиона. Ага. Ни хрена вы бойцы. Ну, с такими бойцами, конечно, каши точно не сваришь. Так, Rabbit. Весь бой провел на блице. А, ты у нас айос, блин. Задолбали эти айосовцы. Ну, вернее, разработчики. Чего ангар-то нельзя посмотреть? Нолики, какого левела-то были? Так, у нас что? Этого могу посмотреть. Мастер 1. 1200. Ну, от тебя другого не следовало ожидать. Да. Ну, в общем, такие бои. На этом все. Если получится, зараз сниму ролик на атомайзерах и кварке на скорпиончике. Пока!